Добровольцы Гагаринского округа создают благоустройство территории своими силами. В год добра, объявленном в Якутске, управа Гагаринского округа начала проект «Спецназ добра». Активисты группы специального назначения строят площадки, скверы, облагораживают территории и помогают пожилым. Об изменениях в округе в сюжете с Аргланы Захаровой. Беседка напротив библиотеки «Созвездие» стала самым популярным местом отдыха любителей литературы. Летом здесь собираются жители района от мала до велика. Подарок книгоманам сделал отряд специального назначения «Добра» Гагаринского округа. Мы вообще очень приятно были удивлены, что такой подарок нам сделали. Потому что мы думали, как же... Ну, мы до этого вот просто на улице сидели, да, на солнцепеке, вот как бы, ну, зонтик был вот такой. И называлась вот библиотека под зонтиком. А тут прямо вообще такая красота. Мы же летом их украсили цветами, там все такое, вот очень красиво. В теплое время года здесь проходят и творческие конкурсы для читателей библиотеки всех возрастов, и тематические мероприятия. Спецназ «Добра» начал создавать условия и для четвероногих друзей-горожан. На месте пустыря, обросшего камышом, организовали площадку для выгула собак. Деревянные конструкции, беседки и скамейки возводили бойцы стройотрядов и добровольцы. В работах непосредственное участие принимал и автор благотворительного проекта, глава управы Руслан Платонов. Создали вот этот добровольческий отряд, который работает по тяжелым фронтам, по откачке воды, по сносу кладовок с участием спортсменов, с участием активистов округа, очень активных людей. Люди это видят и подхватывают идею, задор и начинают поддерживать, помогать, за что им большое спасибо. В прошлом году понравилась вот летняя беседка, то, что было открытие. Мы участвовали в открытии. Сам Руслан Михайлович участвовал в этом проекте и даже, ну, как бы делал ее самостоятельно вместе с бригадой. И еще много у него проектов таких. Вот там где-то они площадку делали для собак, и еще там много, ну, по всему этому округу. Здесь до прихода спецназа «Добра» стояли старые заброшенные кладовки. Но этим летом на их месте появилась, пусть и скромная, но очень нужная детская площадка для маленьких жителей этого района. Все строительство ведут за счет самих активистов движения и вложений от социального партнера аэропорта Якутск. Бойцы специального назначения надеются, что в будущем их примеры последуют и другие жители города. Саргалана Захарова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.